Ученые со всего мира с 28 по 31 мая в пятый раз приедут в Казань, чтобы обсудить актуальные проблемы подготовки учителя в России и за рубежом. Пятый год подряд Институт психологии и образования Казанского федерального университета под эгидой Российской академии образования и Министерства образования и науки Российской Федерации на самом высоком уровне проводит ставший традиционным форум для представителей сферы образования и психологии со всего мира. За эти 5 лет наш форум состоял как очень значимое научное событие не только в России, но и в странах Европы. И сейчас это крупнейшая площадка по обсуждению проблем подготовки учителей школьного образования в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. В 2015 году на первый международный форум по педагогическому образованию приехало 100 участников, 6 из них иностранные ученые. Сейчас на форум было подано более 600 заявок, именно столько ведущих ученых и практиков из 200 российских и 70 зарубежных вузов приедут с 28 по 31 мая в Казань. В этом году мы принимаем уже более 600 участников, которые представляют более 200 российских и зарубежных университетов. В том числе 70 из них – это зарубежные университеты, и более 120 участников будут представлять лучшие университеты Европы, Соединенных Штатов Америки, Китая и других стран. Всего в рамках пятого международного форума по педагогическому образованию будет работать 3 секции, на которых в качестве спикеров выступят представители университетов Оксфорда, Гарварда, Аризоны, Глазго, Дрездена и других престижных университетов мира, входящих в сотню лучших вузов мира по данным рейтинга QS. В этом году тема нашего форума посвящена профессиональным компетенциям педагога. Но внутри форума есть 3 конференции, посвященные отдельным аспектам педагогического образования. Форум дает педагогам из разных стран возможность познакомиться с передовой практикой педагогического образования за рубежом, обменяться учебными технологиями, материалами, опытом работы. Мы в лице своего форума создаем площадку для обсуждения наиболее сложных проблем, для поиска решения этих проблем, различных подходов, и создаем своеобразный мост между российскими и зарубежными исследователями. Еще раз напомним, что пятый международный форум по педагогическому образованию пройдет в Казанском федеральном университете с 28 по 31 мая.